Для меня дотеры – это часть моей жизни. То есть палочка-выручалочка, особенно в вопросах здоровья. Так случилось, что первые продукты компании дотера, которые пришли на рынок украинский, это были добавки. Поэтому мы начали именно с них. А именно энергия на всю жизнь. 2 года назад у нашей мамы случился микроинсульт. Причем один за другим, с вытекающими последствиями. Она не могла говорить. Возраст у нее довольно-таки почтенный, ей 95-й год. И мы стали давать ей энергию в малых дозировках. Позже, когда на наш украинский рынок пришли эфирные масла, и мы подключили к этой программе ладан, а еще чуть позже уже и другие масла. И вот эту программу с периодически меняющимися эфирными маслами энергию она все время пьет уже 3-й год. Речь вернулась спустя 1/2. И заметьте, никаких медицинских препаратов. Восстановилось пищеварение, кишечник работает как часы, и это здорово. Дотера не только продлила жизнь нашей маме и продлевает, она значительно улучшила качество жизни. И вот с этого момента у нас и началась дружба с компанией дотера.